Здесь уже, я думаю, все, наверное, ночь, наверное, будили. Прикольно. Да, драйв, конечно, ой, передается. Я вообще люблю такое, где все идет такое живое, натуральное. Вот люди просто... А тут еще вторая сцена даже. Здесь настраиваются, то ли отдыхают. А, с одной половинки на другую. Итак, друзья, Гамбург. Я только что приехал из... приехал еще только в пути. Еду, как говорится, до машины своей. И вот такой вот наборчик я прикупил. Значит, я чуть-чуть сложил, там деревянный был ящичек. Вот такой вот персик, вот так. И вот такая корзинка. Значит, этот был, стоил, по-моему, 3 или 4, или не помню, 5 евро. Но в конце уже рынка по 3 продавали за полностью за ящичек такой. Я его просто сложил так, чтобы хоть деревянные не всунуть туда. Взял за 2,50. Это стоило 10, набор такой вот. Я не знаю, что такая за фигня. Вот, ну... Это получилось за 8. Итого в сумме вот это 10,50. Шикарно. Если так пересчитать по оптовым ценам там супермаркета Лида, Алты, то где-то вот, получается больше 30, там где-то вот так вот. То есть 3 раза дешевле. Вот такой вот аукцион. Интересно, классно. Так что смотрите мои видео. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Ну вот как-то так. На все доброго.